перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Кирилл, привет. Хочу сказать все, кто меня ждет завтра на концерте, вы сами знаете кого, а меня там не будет. Вот, поэтому просто хотел проинформировать вас. Вот, альбом готов, я залил его уже, он появится на Хэллоуин, и я думаю, это будет клево. Посмотрим на фидбэк с альбома, если мне все понравится, как будет идти, то, возможно, сделаю тур по каким-то крупным городам России. Да, Кирилл, я сейчас доеду до одного места и потом тебе напишу, вот, приеду я или нет, но если что, встретимся сегодня попозже немножко. Вот, на альбоме будет один фит, только один. И он будет с человеком, который мне помогал все это время. Его зовут Нова. С ним будет фит. Ну и думаю, что на релизе других людей вы сможете меня увидеть в качестве фичуринга. В общем, будет круто. Героин, привет. Нет, меня не будет завтра. Меня там не будет. Вот. Вот, как выйдет альбом, я посмотрю на фидбэк. Вот. И в течение недели, наверное, устрою типа опроса. В каких городах вы бы хотели меня видеть? Я постараюсь сделать крутой тур для вас. Дамы в дюраге. За Роджи с папой Нигом. Да нет, вы можете не расстраиваться, еще будет куча концертов моих. И мы увидимся.
По поводу, кстати, «Мёртв внутри», типа, трек не то чтобы изъяли из ВК, просто я его начал заливать уже, и они в течение нескольких дней вернут его на место, потому что сейчас другой, ну, такой же «Мёртв внутри» заливается, но он уже будет на альбоме, то есть я уже заливаю альбом. Вот. Надеюсь, вам все понравится. Я бы хотел просто показать вам этим альбомом, что можно создать что-то красивое, художественное и просто заниматься творчеством, прикрепляя к этому какой-то свой жизненный опыт. И если там у меня, да, какая-то моя специализация, она ну, как бы больше продюсерская, наверное, мне бы хотелось показать, что я могу сделать все, что угодно. Это же творчество, это эксперименты. Поэтому попробуем немного поэкспериментировать. Потому что все, что я вижу сейчас, это повторение одного и того же. Рон, вот спавин. It's cracking, nigga. Я и так вечно молодой, вечно пьяный. Look at me, bro. Да, альбом будет на русском, так что, ну, смысл мне его писать на английском, я же, типа, его пишу там для себя, для вас также, нахуй мне его писать на английском. Будет, я хотел сделать так, чтобы там было 50 на 50, сделать уклон именно на сами инструменталы, на живые гитары. Вот, мы с Мишей очень хорошо постарались над продакшеном для альбома, я думаю, это просто будет даже интересно слушать. Нет, я не хочу сейчас говорить об этом, почему у меня не будет на этой своей причины. Думаю, вы скоро все сами поймете. Вот. С чего вы решили, что я в Чехии? Нет, я в Москве. Ну, нет, я не думал дропнуть альбом раньше. Я хочу именно сделать его в Хэллоуин, потому что это достаточно будет символично сделать. И я очень постарался, чтобы он вышел именно в это время. Вас много. Я удивлен. Люблю вас, паучки. На альбоме будет 11 треков, и они все с моим голосом. Так что можете радоваться. Вот. Все, кто завтра пойдет на концерт, желаю вам провести отличное время.
Вот. Потому что цените это, пока у вас есть возможность. Мне 30. Я бьять будет. Знаю, позадавайте пока вопросы, пока есть время. Не так часто с вами общаюсь, разговариваю. Каким цветом у меня ассоциируется семья? С белым. Twins 2, не знаю, надо с Брэндоном обсудить этот вопрос. Сейчас просто был занят своим альбомом, еще альбомом с другими рэперами, ну, не русскими, слава богу. Да, я планирую дальше развиваться в сольной карьере, потому что, я думаю, для первого даже альбома у меня неплохо получилось, потому что я вложил очень много туда сил, труда, своих эмоций, поэтому, я думаю, это будет круто. По поводу того, чтобы замутить разбор какого-нибудь бита, думаю, в ближайшее время я замучу что-то. Типа так, такой же деконструктед вот какого-нибудь известного своего бита. Вот покажу, как я его сделал. Ну, типа, знаете, мне эти бенгеры заебали. Вот, ну, я буду сделать в каком-нибудь, ну, дальнейший альбом, возможно, будет немного другой направленности, но я именно хотел сделать что-то достаточно лиричное, потому что, ну, как бы период в жизни был такой не особо легкий. Да, все биты на альбоме сделал я и Миша. Я думаю, что современной России будет интересно послушать и такой звук, потому что я не вижу, чтобы кто-то вам давал что-то реально интересное послушать, потому что всем лень просто делать что-то новое. Вот. Есть, да, рэп, вот они его и долбят бесконечно, и будут долбить дальше. Возможно, я тоже что-то попробую в этом жанре сам себя, но... Экстоп.
Вот. Сегодня буду на выступлении Baby Tape, так что потусуемся там с удовольствием. Вот. Всех люблю, всех целую, пуки, давайте. На связи будем. Берегите себя.